Бекман, центрального защитника Манчестер Сити. Ну а пока Харри Кейн. Харри Кейн может бить удар по воротам. Гол! Вот он гол! 18-й гол Харри Кейна. И этот гол можно записать еще и на счет вратаря Милана. И вот, вот он прессинг. Эриксон! Эриксон! 2-0! Нет, Харри Кейн! Какой Эриксон? Харри Кейн! Это 19-й гол! Харри Кейн! 2-0! 2-0! Да, ну здесь Эвертон прижат. В Лиге Чемпионов, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений. Вот Ромелу Лукаку выходит на ударную позицию и забивает свой гол. И сокращает разрыв в счете. И тоже, вы знаете, гол из ничего, что называется. И редко мяч бельгийский нападающий. Передача вперед на Дели Алли. 3-1. Вот так все. Точка поставлена в этом матче. Тоттенхэм одерживает победу. 19 мячей. Опа! Вот это да! Вот это концовочка! И за минуту счет становится 3-2.